Фредерик Рейнольдс поступил от Юрия сегодня. Был предварительно осмотрен. Нашел его во вполне себе приличном состоянии. И дело оставалось за малым. Другими словами, необходимо было отшлифовать и выполировать клинок, вместе с ним оправу и бритву заточить. Работы были выполнены в полном объеме. Сейчас мы это все дело осмотрим. Встречает она нас в родном домике. Фредерик Рейнольдс, Providence Works, 60 Cell, Gel Street, Sheffield. Очень-очень приличное состояние, ну, за исключением вот этого. Как правило, хвостовичком выбиваются эти, скажем так, отверстия в крышечках. Оправа в данном случае синтетическая и скрывает в себе вот такой клинок. Безусловно, это уже, наверное, относится изделие годам более поздним, наверное, поскольку, во-первых, имеет место выборка. Выборка достаточно приличная. Сталь нормальная, состояние отличное. Никаких явных, либо скрытых коррозионных очагов. Ни в районе рабочей фаски, ни ближе к режущие кромки ни на спусках, нигде особо не было отмечено. Поэтому это может стать основной причиной для очень и очень долгой и, скажем так, искренне надеюсь, вполне себе качественной эксплуатации данной клинковой бритвы. По этой единице, в общем-то, все. Сегодня бритва будет упакована, поскольку ночь на дворе. Завтра, естественно, будет отправлена с первыми стрижами законному владельцу. Поэтому у меня на этом все. Спасибо за внимание. И до скорых встреч в эфире. Пока.